Привет, друзья! Сегодня начали и закончили декоративную обработку гипсокартона. Использовали для этой цели фуген от Knauf. Шпаклевка фуген. Делали ее более-менее такую жиденькую, чтобы можно было штукатурить. И наносили на гипсокартон. Сначала швы все заделывали в два слоя, и сегодня заделывали весь гипсокартон. Сейчас покажу, как это происходило. Потом мы сегодня купили белую красочку и будем все валиком красить поверх. Получится, как это называется, жена сказала, это венецианское покрытие такое интересное. Сейчас покажу, как она это делала. Тут я тут. Сейчас, подожди. Смотри, мама, всё. Какие произведения искусства. Иди сюда. Ну, ты можешь поставить? Вот такие дела. Кому понравилось, ставим палец вверх, подписывайтесь. Это еще не конец. Продолжаем работу над балконом. Потом перейдем на кухню. Будем дальше продолжать. Все, пока.